Хлеб брать, нет? Брать? Какой, европейский? Вот этот, который мы брали вместо дома. Порезанный, вот этот? Не-не-не. А, круглый? Да, круглый такой. А, темный который? Здесь вот белый, по-моему, а вот это темный. Белый давай возьмем. Давай возьмем. Ну, вот это подовый. Тут такие красивые хлебушки. Что у меня? Булочка 680 с корицей. Капуста 25. А, точно. Ой, хлеб. Все в карте. Макароны 28 килограмм. 28. Такой сыр я не видела. Перятин. О, каких-то мягких. Интересно. Это... килограмм 433 гривны. Так, молочка есть всякая тут. Так, сыр, конечно. Какая-то гармония. Вот такой сыр 47 гривен. А, это 0%. А это какой сыр? Тоже 0%. Смотрите, тушенка. Пойдем мороженое глянем. Мороженое. Маленького нету. Ой, такой. О, сейчас возьму факел. Такое мороженое. Оно стоит 28 гривен. Так, ищем рошеновскую ромашку. Что, нету? Ромашка, ромашка. Ну, Рошен вот тут, там не, там другие фабрики, Саш. Нету. Можешь эти хоть взять? Ну, лучше коробку. Ну, давай другую ромашку. Коробку, я коробку давно нравится. А есть коробка? А, есть. Ну, давай возьмем. А коробка, почем она? Цены нету. 75? Да. Ничего себе. 75 гривен. О, класс. Ну, возьми.